сама карточка находится в обычном картонном блистере, который имеет такую вешалку и, соответственно, быстро отрывную полоску для того, чтобы достать саму карту лояльности. Здесь также есть QR-код для доступа к приложению. Сама карточка выглядит следующим образом. Остатки силикона. То есть у нее есть свой номер, у нее есть QR-код и у нее посредственный дизайн типа soft touch пластика, магнит, серия магнитов, ну и как бы и все. На просвет она ничего не имеет абсолютно, никаких чипов NFC модулей в ней нет. Умной картой ее не назовешь. Такое ощущение, что жалкое подобие на карту пятерочки. У карты пятерочки хотя бы можно рассчитываться, есть магнитная полоса на самой карте. Но тем не менее, сейчас мы ее попробуем активировать и сможем нормально пользоваться. Теперь в магнитах получать скидку. Получить или оформить карту можно одним из следующих способов. Оформить карту Магнит на кассах в магазине сети Магнит, оплатив розничную цену карты, то есть 25 рублей на сегодняшний момент это, либо после 500, совершая покупку на 500 рублей, вам карточка достается бесплатно. Или оформил виртуальную карту в личном кабинете, на сайте или в мобильном приложении Магнит. Мобильное приложение доступно для скачивания как в Google Play Market, так и в Apple Store. Программа Магнит действует во всех форматах сети магазинов Магнит, расположенных на территории регионов Ярославль, Челябинск, Кострома, так, Копейск, Камышин. В общем, список довольно-таки большой. Магнит у дома, гипермаркеты Магнит, Магнит Косметикс, Магнит Аптека, супермаркет Магнит Семейный, полный перечень адресов можно посмотреть на сайте в описании. Для активации карт, для оплаты покупок бонусами, то есть для списания бонусов, ваша карта должна быть активирована. Активировать карту вы можете в мобильном приложении либо в личном кабинете на сайте. В описании будет ссылка на сайт. Бесплатный номер активации 9002 в формате номер карты, пробел, имя, пробел, дата рождения или с помощью оператора контактного центра по телефону горячей линии 8 800 290 02. Звонок на территории Российской Федерации бесплатный. А также по ссылке можно активировать. Для активации присоединиться к нам, регистрацию нужно будет пройти. Небольшие базовые начисления от 0,5% суммы, ну, в общем, правила. Дополнительно 2% от суммы. Правило списания. Один бонус, 1 рубль. Ваши покупки в этом месяце до 5000 рублей или более 50 разных товаров 0,5%. От 5000 рублей или более 50 разных товаров 1%. И от 10000 рублей или от 100 разных товаров это 2%. Ну, в общем, неплохо. Один бонус, 1 рубль можно списать в Магнит Косметик, Магнит Аптека, Магнит Семейный, в Магнитах. Так, все ссылки будут в описании. А также, как пользоваться мобильным приложением, тоже можно будет прочитать на этом ознакомительном сайте.